Здравствуйте. Обводный канал? Здрасте. Да. Так, стоп. А у вас наличные, да? 563 рубля. Да. Знаете, смотрите, ну, мы за наличные следим. Вы можете сразу мне дать денег? Ну, я... От 500 рублей, когда наличные, я беру вперед деньги. Ну, как бы, поймите правильно, чтобы там никаких эксцессов не было, потому что поездка, ну, дорогая достаточно. А я на Сбер переведу просто. Что? На Сбер переведу просто. Ну, тогда, если можно, сейчас переведите. Че? Это телефон звонил. Получится поднять? Хотите, я остановлю просто. Остановить? Да, блин, сейчас пока будем искать место. Опоздать можно. Мне надо... Давайте уже на месте, я просто... Нам, мне кажется, надо просто выйти и засунуть руку туда. Так давайте, хотите, я вот проедем дальше, там, где будет возможность, я останавливаю, нет? Блин, это, ну, блин. Спину, что ли? Поясницу. Аккуратней. Ну, это китайская ловушка просто какая-то. Китайская ловушка? Вьетнамская. Знаете, вьетнамские ловушки такие были. А что это такое? Ну, у вьетнамцев было мало денег, и они ловушки делали так, при помощи людей из заостренных палок. И там, значит, сидел вьетнамец в таком тоннеле, и когда туда забирался американец, там никаких капканов, ничего, там просто сидел человек и просто хватал его за шею проволокой. Че, доставайте телефон тогда? Ну, сейчас. Да. Платите. Эй! Ты куда побежал-то, блин? А телефон достать! Вот дебил. Убежал, телефон оставил. Вот дурак. А где телефон-то?